Добрый день. Хотел бы поблагодарить компанию «Второй паспорт» за помощь. В моей ситуации было, что мне был отказ. Проходил собеседование в Дубае, но, к сожалению, получил отказ в визе. И обратился в компанию «Второй паспорт». Разобрали с ребятами мой кейс. Посмотрели, какие есть возможности. Вот. И записались на 1 декабря. Получилось место в Ереване. То есть еще раз проработали анкету, заполнили все по новой. Подумали, как пройдет наше собеседование. Проговорили еще раз все вопросы. Ну и в принципе все удачно, все получилось. Получил 1 декабря одобрение в визе в Ереване. Поэтому все, слава богу, виза была одобрена на 3 года. Вот, благодарю компанию «Второй паспорт». Все компетентно посоветовали, все посмотрели, дали хорошие рекомендации. Спасибо.